Итак, очередная посылка получена сегодня с сайта. Заказ сделан на сайте Happy Deal. Беспроводная мышь в модель V350 обошлась вместе с доставкой 34 гривны. Коробка сильно помялась, но я думаю, на мыши особо не скажется. Будем надеяться. Итак, мышка есть, легенькая, непривычно тоненькая. Тут чуть-чуть потерлась. Ну, это ерунда. Непривычно. Ей, наверное, работать. И приемник, наноприемник. Сейчас мы попробуем подключить это все. Значит, что она из себя представляет? Это 2,4 ГГц радиомышь на одном аккумуляторе или батарейке. Разрешение сенсора 1000 dpi. Сейчас мы попробуем ее подключить и посмотрим, как оно работает. Итак, вставляем аккумулятор. Будем проверять на мини PC MK809-2. Сейчас разберемся, это не столь важно. Так, что мы видим? Мышь работает довольно таки неплохо. Пробуем что-то запускать. Даже открывается все. Все работает. Попробуем. Какой-то ролик посмотрим. Простая в обслуживании платформа для всех бизнес-партнеров, цепочки поставок и... Вот мы видим, кнопочкой, правой кнопкой мыши все сворачивается, работает. Колесо прокрутки работает. В принципе, пока все даже... Единственное, надо привыкнуть к такой нестандартной мыши. А так все, в принципе, неплохо работает. Попробуем какую-то игрушку запустить. Загружается. Все работает идеально, мышь вроде бы неплохая. Кстати, обзор снят телефоном Кубот GT99. Всем спасибо, до свидания.